Значит, смотрите, асики, давайте возьмем какой? S9, да? S9. Сколько стоит сейчас? Последняя цена, кто знает? 180. 180, да? 160. Короче, 3000 баксов. Так, сколько майнит сейчас в сутки? 20 долларов. 12. Нет, откуда 20? 22 12. Было недели 3 назад. 12. Сколько жрет? Или это вы уже чистый посчитали? 1,3. По найсхэшу вы посчитали, да? За вычетом электроэнергии или... 12 чистыми, вычли электроэнергию. Но условно мы признаем, что электроэнергии на 1,3. То есть на сутки получается, да, где-то. Ну, то есть он майнит на 12, 1,3 энергии. Так где-то считаем, да? Окей. Сколько стоит корова? Чего смесь? Корова? Корова, нормальная корова стоит 2 штуки. Баксов? Да. Нормальная корова стоит 2 штуки баксов. Сколько майнит корова? Ну, вот, например, голландская. А, я вам скажу, где-то 2... Ну, в Голландии она 40 майнит литров. У нас 25. 25 литров молока. Сколько молоко стоит? 25 рублей. Это где это оно? А! Это нет, 32. 32, скорее всего, а ближе к 50. А я покупаю по 100 в розницу. Здесь же тоже вы майните биткоин, некоторые продают минус 25%. Ну, согласитесь, если вы майните. 25 литров умножить на... ну, давайте средним. Ну, я по 100 покупаю. Хорошо, в магазине нет по 50 молока. Ну, ребят, ну, серьезно, 80. 80, хорошо, 80. 80 умножить на 25. Кто посчитает быстро, сколько будет вот здесь рублей? А? 2000 рублей. 65 долларов. Так, Асик сколько майнит? Асик майнит 800 долларов, дай бог. 800 рублей, дай бог, да? 800 рублей, 2000 рублей. Так, дальше что происходит с Асиком? Он перегрелся и умер. Что это? Хлам, да? Хлам. Асик это хлам, то есть остаточный амортизатор, он себя самортизировал. Корова не дает молока, перестала майнить молоко. Она превратилась во что? В 200 килограмм мяса как минимум, да? Сколько мяса стоит? 550, живым весом 300, правильно? Итого мы что имеем? 200 килограмм умножить на 300. Сколько получаем? Дважды 3, 6, 6. 2000 долларов мы получаем. Итого, корову купили за 2, она майнит на 2000 рублей в день. Электричество 1,3 жрет асик, корова жрет сено, из которых 7 месяцев она жрет его бесплатно, это трава на улице. Вода бесплатно, и только зимой ей надо его накосить. Ну извините, это затраты. Соответственно, что мы получаем? Если мы купим ферму из 10 асиков, это 30 тысяч долларов. Если мы купим стадо на 30 тысяч долларов, это у нас будет с вами 15 коров. Они будут майнить нам на 2000 на 15 коров. Того получается... Я думаю, такого асика сейчас нет на рынке. Даже тот, который в марте выйдет, его нет. Ну, реально. А? Доярку. Доярку содержать? Ну, самому доить. Самому доить. А теперь по ГПУ. Смотрите, на асиках мы имеем 3 или 4 алгоритма. Да? SSH-256 на асике мы имеем. Что мы еще асиками майним? Скрипт майним. Совершенно верно. Я майню на 1080 Ti, Lyra 2 Rev 2. Да? Ну, как бы, мне там тоже кто-то сегодня написал, что Lyra сильно греет. Ничего она не греет. Когда Lyra майнится, я могу стримы вести, YouTube смотреть, ничего не происходит. А когда, если майнить на, например, на NiceHash, то или там на MinerGate, знаете, такую структуру тоже, там мышкой не двинешь, там, компьютер просто в коматозе, он, я майню, не трогай меня. Ну, где-то так, поэтому вот... ГПУ, потому что, смотрите, давайте хорошо, ответ, давайте конкретная ситуация. Я начал майнить 12 декабря прошлого года. Реально, это я говорю правду, это я вообще, я просто вот смотрите. Значит, 12-12 я начал майнить, 17 года я начал майнить. Так, карточка 1080 Ti, тогда она стоила 59 тысяч рублей. Сейчас она 90. Ну ладно, позвоните в Авито, найдете за 77. Да ладно, ну я искал, недавно меня просили.
Так, ладно. Сколько у меня монокоинов? Слушайте, майнить можно все, что угодно. Можете на NiceCash майнить все, что хотите. Монокоинов у меня 37. 37 монокоинов. Стоят они сейчас по 5,50. Это сколько у вас получилось? Она же сосчитает. Я причем закрыл. Но у меня монокоин. 200 баксов. 200 баксов. И что это получается? Что... Карточка у меня осталась? Осталась. У меня из этой всей истории плюс 200 баксов. Сколько стоил биткоин 12 декабря? Ну реально, вот сколько стоил? А? 15. Я беру вместо того, чтобы купить карточку за 59, я вам говорю реальную цену, я же не говорю сегодняшнюю, она так и стоила. Я серьезно, player.ru с доставкой плюс 600 рублей, она столько и стоила, 398 там у них. 59. С чем я остался? Первое. У меня осталась карточка за 59. Условно, вы говорите, она сейчас там стоит. Ну хорошо, допустим, я ее за 70 могу продать. Плюс у меня еще есть 200 долларов, что является 12 тысяч рублей, да? Еще 12 тысяч рублей. 70 плюс 12, 82. Если бы я тупо купил за 59 тысяч рублей биток по 15, что бы я сейчас имел? Минус. Минус, да? Поэтому все зависит от стратегии. Но! Если бы я купил еще в ноябре D9, вот они тогда нормально за 2 месяца вообще окупались, там по 80-90 тысяч зарабатывали. D3, да. Купил, да. Сейчас что? $5 сейчас майнер, нормально. Ну вот видите, окей. Так что вот вам выбирайте ГПУ, АСИК или корова.